алейкум салам. Хозяин, давай машину убирай. А ну покажи пачку. Оп. 10 тонн теперь. 10. Всем салам, пацаны. Хотел с утра позаниматься КамАЗиком. Нечего одеть даже из грязных вещей. А, чё я этот вышел на улицу? Свет отключили. Wi-Fi вырубился, и а так бы я там сидел. Да, что-то с работой тихо. Это все ничего. Вот помните, Дрозд гнездо мне там вил под сиденьем наверху на манипуляторе. Сейчас пойдемте покажу, где он. Только тихо, не спугните. Вы это видите? Я первый раз увидел, когда зашел, писк услышал. Они еще чуть поменьше были, вообще гладкие, без перышков. И как раз он сидит, ну или она, я почему-то он говорю. Хотя их двое, видимо, самец, самка. Постоянно две птички туда залетают, заносят еду. Один из них сидит и кормит прямо, вот я вижу, типа червячка что-то он дает им, и одним глазом вот так на меня смотрит, а я на него смотрю, и он их продолжает кормить, не улетел, не испугался, ничего. До конца вот дал, и потом улетел, и в сторонку сел, смотрит на меня. Я на него смотрю, на птенцов смотрю, на гнездо, думаю, блин, вот это жажда жизни, да, пацаны? Ну, захожу, снимаю так иногда видео. Он же привык. Я захожу, он так посидит, чуть-чуть улетает. Я сниму, он обратно садится. Или она там, не знаю. Но это в любом случае, это такой очень хороший, добрый знак, я считаю. Как думаете, напишите. А сегодня вообще на повестке дня у нас правое переднее колесо. В общем, проблема такая. Она и была до этого, до смены резины. Я думал, с резиной проблема. То есть вот в повороте чуть побыстрее, когда заходишь, левый поворот делаешь, закладываешь так чуть нормально, ну на пустую особенно. Вот. И вот с правой стороны дрк-дрк-дрк-дрк вот так вот начинает колесо бить. Та у меня резина была сильно поеденная, вот такая прям по краям. Думал, ну 100% резина. Теперь буквально вчера вот прям нехороший звук такой, вот это вот вибрация на повороте именно. Именно на левом. Уже с новой резиной. Ну тут сами смотрите, тут вообще ничего, никаких вопросов не должно быть. Вообще идеально, ровно все. И думаю, что теперь, вскрыть все-таки ступицу, посмотреть подшипники. Этот хомяк нашелся, кстати, второй. Якобы сбежал сперва. Коробка была картонная, прогрыз. А потом нашелся, где-то прятался в ботинке. Походу, мы его искали, он в ботинке, скорее всего, прятался. Да, пришлось парадно-выходные джинсы пустить на ремонт. Поднимаем и попробуем пошатать колесо правое. Так, сейчас чуть назад сдам, руль выверну сюда. Место там неудобно. Так, вывесился одна сторона,
чтобы висела, которую нам нужна, а другая, чтобы на земле была. Не знаю, что-то не ощущаю ничего. Ну-ка, смотрите сами. Не знаю еще, что может быть. По-любому надо разобрать. Я давно этот и подшипники тоже не смотрел, не обслуживал. Там, может, смазку поменять надо. Тут нагрузка же бешеная, манипулятор тяжелый. Чтобы опять не опускать мне весь КамАЗ, заводить, опускать, ослаблять, потом опять поднимать. Сейчас на тормоз молоток поставлю. Да я за молотком, вот. Папаша вон с этим, с магазина, смотрите, опа. Что-то во рту держит. Слышали, да? У меня то колесо спустило вот так. Я думаю, что за фигня? Новое колесо, думаю, только не, неужели проколол? Буквально на второй, на третий день прям спускает. Вот если бы колпака не было, допустим, да, можно было сразу вот здесь откручивать. Во-первых, контролировать легче, да, затяжку гайки. Во-вторых, по идее, можно было колесо, ну, одну гайку центральную открутить и со ступицей колесо снять с барабаном. Но это очень тяжелая тема. Уже годы не те, раньше так снимал всегда. Все, сейчас молоток убираю с тормоза, растормаживаем барабан и снимаю. Центрации диска по два колечка ставлю. А вот теперь, пацаны, звучок послушайте, если слышно будет. По-моему, это подшипник. Звук какой-то нехороший. Или ненормально? Ого. Ну, не знаю, так в принципе вообще на глаз все четко, все чисто, смазка даже и все целое. Единственное, вот этот люфт, да, блин, он должен быть такой. Ну, все ролики абсолютно не изношенные, я думал, ну, в торце там или что. Это нормально? Блин, я, честно говоря, сейчас даже... Сейчас просто в магазине сейчас купишь херню какую-то. Я уже столкнулся, китайщину. И эти хоть ходят, да, ездят. Ну, что-то шуршат, ну, ездят. Сейчас что-нибудь купишь, блин, еще хуже сделаешь. Вот это больше боюсь. Так, вот нашел. Старый новый подшипник, но вот он ржавый, но он новый. Посмотрите, как он. Видно? И теперь тот, который стоял здесь. Что скажете, смысл есть менять?
Не буду ничего менять. Все как есть оставлю. Я смысла не вижу. Сейчас поставишь новые. Не то, что ничего не изменится, как бы хуже не стало. Единственное, синей смазкой сейчас помажу. Думал, может помыть или что-то. Тут все чисто вообще. Даже грамма песка, что-то черного нету. Даже мыть ничего не буду. Прям сверху чуть-чуть синей смазки намажу. Так, чисто для успокоения. И все. Кстати, насчет смазок. Вот смотрите. Вроде бы одинаковые названия. Валзагерхет. Вроде бы Германия, да? Но покупалась в разных магазинах. Ну, время тоже. Это давно я покупал, она вот закончилась. Вот смотрите, цвет какой. Здесь вот приятный цвет такой, не ядреный. А здесь уже другой цвет. Темный такой, синий-темный. И вот это на ощупь, как-то она, не знаю, более, не знаю, мне почему-то она, ну, чисто вот, не знаю, так, ощущаешь. Может быть, я что-то неправильно ощущаю, но почему-то это больше мне нравится. Сильнее затянуть. Чуть туговато сделал специально. Вот такой лайфхак, пацаны, видите, какая блестящая поверхность. Это вот так на здесь обычно выгибается, где болты, и прокладка уже не прижимается, не держит. А здесь берешь, чтобы не стучать, ничего, большую фортуну, включаешь, плашмя ложишь и вот так просто прижимаешь, дзззз, буквально несколько секунд. И вот так идеально получается. Так, позвонили на работу, тут поблизости хорошие рейсики, пару рейсов по району. Ну, сейчас как раз спокойно собираем, как раз там обед, и потихоньку поедем, поработаем. Так, еще один момент. Вот здесь, которые винты, вот эти вот, крепят якобы барабан. Я их не ставлю никогда. Они не совмещают эти отверстия. Просто я один раз помучился с ними. Они прикипают. И эту отвертку, тут под крестовую отвертку, как это Ваня 4310 говорит, это вздрочь полная. Ну да, вот мазать смазкой, да, конечно. Медной смазкой. Вот мне скоро обещали прислать компания Смазка.ру именно медную смазку, медно-графитовую, по-моему, вот так вот, именно для вот температурных таких вот вещей. Вот это вот обязательно попробуем, покажу. И я еще попросил для телескопа стрелу чем смазывать, сами секции именно. Потому что вот конкретики нету нигде, именно какая смазка нужна для телескопа. Они сказали, есть такая смазка, так что будет тоже обзорчик. Еще что хотел показать, не настаиваю, как бы не советую. Вот берем такую масленку, там этот, как его, отработка. И вот сюда шкварня закапываем. Вот сюда, чтобы у кого шайбы особенно, не подшипники, да, вот очень хорошо смазывает. Вот сюда тоже, ну, поднятая, да, когда хорошо, если лапы есть. Вот сюда, вот в эти места. Ну, это как на один день, да, грубо говоря. Видите, у меня тут уже все смазано. Пофигу, пачкается, грязно, но зато он намного мягче становится, не скрипит, ничего.
не забыл эти поставить на правляшки. Насчет направляшек на передних колесах и на задних, смотрите, какая ситуация. Это я как бы особо не обращал внимания. Вы смотрите, какой здесь зазор. Видно, да? 3 миллиметра. И здесь. Опа. Видно, зазора нет. Да я вот как колесо встало, так и прикрутилось. Это не износ посадочного. Это вот такая конструкция странная на камазовской ступице. Вот там идет плотная посадка на внутреннем диске. Потом идет ступенька почему-то, я не знаю. И вот наружный диск, получается, уже гуляет. То есть сюда бы какие-то направляйки тоже, но чтобы они именно на наружный диск попали. Это вот товарищ один, зритель, тоже обратил внимание. Написал мне: Паша, салам тебе. Так, все, колеса прикрутили. Теперь идем белье полоскать. Как вы там говорили, хочешь сделать хорошо, сделай все сам, да? Ну и хотел поделиться первыми впечатлениями про бескамерку, бескамерные колеса. Вот стояли обычные камерные, сборные, да. Сейчас поставил вот такие. Первое, что они как бы жестче намного. Сразу вот с грузом разворот на месте намного легче получается. По двигателю чувствуется, когда на этих камерных. Получается, они более мягче, что ли, и они более цепляются, да, усилия создают. Тут же при развороте вот эта задняя ось, задние две оси, они же тащат колеса друг на друга, на излом. И вот очень сильно заметно на них, намного легче. Еще прям один, о чем я вообще даже не подозревал, вот один огромный плюс. На повороте на этих колесах, вот у меня блоки, высокие пачки, и центр тяжести такой очень опасный. На повороте, вот на круговом, я прям вот на второй передаче прям потихонечку еду, всех торможу. На этих вот в первый же день я вот еду, и я сразу автоматически скорость прибавляю, потому что я чувствую, машина стоит ровно. Она не падает вот так, не кренится, как на тех. То есть они меньше плющатся, да, под грузом. Получается так. Ну, деформация меньше идет. Ну, это вот 100%. Это не мои какие-то там непонятные, да, ощущения. 100% вот я это почувствовал. Так, минус какой? Вот вчера сразу же, вот короткое видео даже у меня было, сразу же вот застрял, где даже не думал. Ну да, подъемчик был, да, чуть сыровато, но все подсыпано. И причем включил блок, потом уже, когда забуксовал, включил блокировку, с блокировкой не поднялся. Все-таки резина жесткая очень. Она насчет проходимости, я думаю, что хуже. Это еще не точно. Ну, пока первые впечатления такие. Даже вот та лысая кама, по-моему, она лучше цепляется. Она и шире, она и плющится. Это вот как эффект, да, вот, когда колеса спускают в грязи. Может быть, это. Может быть, еще стрелки не в ту сторону смотрят, да? Вот, видите, я же неправильно поставил. И у меня получается в обратную сторону направление. Вот видите, здесь же чуть-чуть скос есть, как бы он, конечно, должен туда смотреть по ходу движения, но это не знаю. Вот это все равно, видите, вот она шире намного, это колесо шире, чем бескамерка. Оно мягче, я думаю, проходимость лучше на нем. А сейчас
сейчас проведем небольшую техническую лекцию. Чем отличается бескамерная резина от камерной? Дальше, смотрите, какая длинная указка. С микрофоном беда, поэтому я поближе. В общем, с левой стороны от вас находится комплект для камерного колеса. С правой стороны комплект для бескамерного колеса. То есть разницу видно, да, сразу? Сколько у нас позиций здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вроде ничего не забыл. То есть камера сама надувная, да, которая вставляется в покрышку, и потом резиновый обод идет вот этот, и потом диск, тоже состоящий еще из трех предметов: сам диск и два кольца, одно пружинное разрезное. Здесь же у нас получается всего две детали для бескамерного колеса: сама покрышка, диск и все. О, какие плюсы? Быстрее собирается, быстрее разбирается. Самый главный плюс, почему люди переходят с камерных на бескамерных, потому что бескамерная резина не греется и не взрывается. Какая еще проблема у камерных колес? Вот этот вот флиппер, так называемый, вот здесь постоянно, видите, трещина. Вот постоянно здесь страдает камера в этом месте. То есть вот где-то вот здесь. Вот здесь постепенно бугорочек вырастает, и здесь получается дырочка. Здесь тоже сосок, слабое место, когда чуть-чуть спущено, его начинает прокручивать. Вот здесь в диске где-то отверстие, вон оно. Вот в этом отверстии начинает там болтаться. Сборка, да, вот этих колес, сами знаете, слышали, наверное, кто-то, наверное, сам сталкивался, что очень опасная тема вот это вот. Собираешь, начинаешь накачивать, кольцо не становится нормально, потому что ржавое, потому что все старое, никто не хочет чистить. Вот видите, вот. Вот это вот все. Это все надо чистить. Вот это вот так. Обстукивать. Здесь все щеточкой чистить, вот эти края посадочные. Тогда будет нормально. С этими дисками, ну, бывает, но очень редко. Как я, насколько я знаю, чтобы оно там разбортировалось, вот так вот выстрелило при накачке. Здесь все вставил, никаких проблем. Не надо ничего совмещать, подгонять, вот это вот, когда начинаешь собирать, сосок чуть-чуть сюда ушел, надо провернуть, флиппер загнулся там, вылез, куда-то закусило, камера скомкалась там. Ну и разбирать, конечно, бывает тоже с кувалдой, с этими, с уголками, и прилипает это все. Ты его спустил, там прыгаешь на нем, без толку. Поэтому берешь кувалду, берешь специальные кусочки уголков, забиваешь. Отбиваешь оба края с этой стороны, с этой стороны переворачиваешь, потом вытаскиваешь. Здесь как бы с одной стороны чуть полегче, но обычно с этими колесами уже просто едешь на шиномонтажку. Ну, можно и самому тоже. Колхоз, знаешь, как видео назовем? Колхозный шиномонтаж. Нормальную монтировку, да? Вот это вот в этом весь этот смысл, понимаешь? Смак, да? Да. Нормальную монтировку, как в ютубах эти американцы, да? Монтировочками там. В принципе. И единственный момент, при накачке его обычно нужно всегда подрывать. Сейчас резина сгорит, а воду надо, вон вода в ведре. Каким-нибудь или бензином, или газом, чтобы оно встало на свои места,
покрышка, чтобы встала по краям, иначе его просто компрессором не надуешь. Ну, щели большие, камеры нет, и воздух просто выходит. Поэтому вот этот единственный момент тоже чуть неудобный бывает. Ну, когда научишься, тоже все легко получается. Еще такой момент, что сзади, да, на задней оси еще как бы возможны, да, варианты камерная, бескамерная. Вот наперед уже практически приходится всегда переходить на бескамерку. Почему? Потому что обычную камерную резину очень сильно жрет. Она вот этот передковые вот эти нагрузки всевозможные, косые там разнообразные, очень плохо переносит. И как бы безопасность, опять-таки, вот это вот на взрывы, да, на нагрев по трассе, конечно, бескамерка — это ваша жизнь. Вот сейчас наглядно покажу. Вот это колесо стояло у меня спереди, и вот какой получается неравномерный износ. Видите, какая ступенька. Интересно, борешься по-всякому, что только не делал, развал там, вернее, схождение, развала нету на грузовых, схождение, там, тягу эту, и ступицы там, диски, колеса меняешь, такие ставишь, всякие, потом бывает, просто вот бескамерку поставил, все, перестает жрать. Точно не могу сказать, почему. Возможно, просто качество резины и именно рулевую, да, когда ставишь. Вот, наверное, поэтому. То есть, вот рулевая резина, да, на ней боковинки, они всегда должны быть цельными. Крайние дорожки, вот эти, они всегда должны быть цельными, чтобы не было вот этих вот шашечного износа, вот как здесь, да. Вот, видите, еще какой большой минус вообще новой резины. Смотрите, сколько грязи принес домой себе. Вот, видите, сколько собирает. Вот это все сейчас буду разворачиваться. Это все здесь будет у меня. На плитке. Это надо все подметать. Вот милое дело. Все, ничего не прилипает, ничего не застревает. Камни не надо выковыривать. Вот, посмотрите на это безобразие. Вот куда это годится? Так же нельзя. Так, все, я КамАЗик выгнал, ворота закрыл. Сейчас поедем грузиться и чуть поработаем вместе. Так, я не понял, почему мое место занято. Что там? Что это такое? Надо убрать его. Нормально. Как дела? Нормально. Амур, ага. Я чуть-чуть обзор делаю. Можно, да? Рычаги надо не показывать. Это самое интересное. Подержи камеру. Я обсмеют, рычаги не показывают. Давай. Не. Все, что? Ну, рабочее. Да, главное, ну, деньги зарабатывать, техника. Все, да. Рабочее, все, вот, да. Импортозамещение. Год. Смотри, скажи. Импортозамещение. Да. Это же не новая, да, установка. Российские ключи наши. А, на магнитиках? Да. Офигеть. Темные. Офигеть. А ну еще раз. Чик и обратно. Чик. Бомба. А ты говоришь, не показывай. Нет. Это ноу-хау, это надо запатентовать. Молодец. Ой. А вот это можно показывать, зеленое? Это усиленное, да? 10 тонн теперь. 10. Спокойно, 10 тонн. А что вы все время их все здесь грузите, а меня там на улице?
Видите, о чем манипуляторщики сами грузят, да? Когда спешишь. Такая движуха. Там грузят тельфером, здесь карой. Никакой очереди, никакой этой, ну, суета есть, но все четко. Вот за что мне нравится здесь грузиться. Так, все, загрузились. Едем в цыганский табор. Прям натуральным цыганам дом строим. Года два назад у меня был случай, человек вот так звонит, я извиняюсь, тысяча извинений. Там видео одно у меня замучили, не звонит, а звонит. Короче, звонит человек один, торгуется там до усрачки, как говорится. В общем, говорит, надо отвезти там туда, торгуется. Короче, кое-как договорились, еле-еле свою цену отстоял. И он в конце уже мы встретились на погрузке. Он говорит: слушай, брат, надо вот ты вот такую цену скажи, говорит, больше моей цену. Ты им скажи такую цену, а мне разницу отдашь потом. Я говорю, нет, я так не смогу. Если хочешь, то сам мути, но без меня. И он мне говорит, ну они же цыгане, типа они там всех обманывают, их можно. Я говорю, я пусть меня обманывать я не буду. Так, вот сюда нам нужно. Так, вот сюда, ну я заезжал уже сюда. Вот, такой, хорошо там все, чисто можно. Здесь очень узко. Но, в принципе, проходит. Заезжал вот сюда. Здесь заезд был, прямо внутрь заезжал я. И прямо там разгружался. Салам алейкум! Как дела, братья? Нормально, нормально. Крыша чуть-чуть мешает, но главное не провод и не газовая труба. Так, сейчас будет потруднее чуть-чуть. Надо будет теперь заехать не могу. Так хорошо было, говорю, оставьте заезд. Потом вот этот вот передний, переднюю стенку потом поднимите. Нет, мы так не можем. Угол нам нужен. А теперь мне надо тянуться. Так, одновременно работаю, одновременно оказываю услуги по подбору машин. Сейчас человек звонит, говорит, надо оценить машину, манипулятор какой-то. Ну, денег, естественно, не хватает. Вот что нашел, как бы скидывает фотографии, скидывает видео. Одно видео скинул интересное. Ну так вроде ничего. Ну старенькое все, конечно, но уже слабые места сделаны. И этот на поворотном редукторе стоит этот удлинитель, бачок вместо сапуна, как я делал. Не знаю, это зритель мой или тоже на моем канале увидел, или сам додумался. Если увидит видео, пусть напишет. Я забыл откуда-то. Короче, одноосный КамАЗ, двухосный КамАЗ вездеход и Донг Янг стрела. А, с пультом у него, пульт еще такой прикольный. Сейчас попробую видео вставить. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили колечи. Все, вы говорите, цыгане, цыгане. Пришел уже вот второй раз, еду к нему.
он сам выходит, уже видит, что дело к концу идет. То есть я его не жду там, не звоню ему. Он выходит сам. Брат, сколько должен? Столько. Отсчитал, отдал. Все без проблем.